Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индастрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю, до его создания. Победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели, а с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место, а с ним знания Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя – Дезмонд Майлз. И он привел нас к концу. Мы здесь. Идем.
тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Думаю, мы здесь. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Thank you.
Пробегись через полосу препятствий. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд. Следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Нужно не прыгнуть на ту сторону. Уровень синхронизации в норме. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Все в порядке, сэр? Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. А, я сапожник. Славный человек и поет отлично. Попрошу нашего кабинета. Thank you.
вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Sir, Black Maul at set word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Прошу прощения. Простите. Извините. You may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Cagg, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. For Tom Cagg. £40. Let Betty Sly know I'll save her from transportation. So I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our lock the year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end march of his life, because the breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman, because for I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, my observation is right. Well, I love to make when a gentleman is long kept in suspense,
penitence might break his spirit ever after. У меня поджилки трясутся. And makes him risk another without fear or scruple. But all the way, for 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. It is now high time to look about me for a decent exit. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. A lazy rogue, by whom one can get nothing till he's aimed. Не придерешься. A register of the gang. Crook-fingered Jack. Думаю, в старом A year and a half in the service. Хейтем, лучше бы вы пришли ко мне, мы бы нашли другой способ. Да, но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Спокойно. Вот он. Хватай его. Да что случилось? Человека убили где-то на... Я тут ни при чем. Клянусь. Ищите его. Прошу прощения, мадам. И стоило уже не выходить. Не толкайте сюда. Я думал, это человек. Прошу. Это было на том балконе. Что там делают эти люди? Тихо! Брось! Что? Глупец! Куда вы идете? Activated. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное.
Что угодно из этого или ничего? Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. Благодарю вас. Мистер Кенуэй. Спасибо, что взяли меня на борт. Прошу прощения, если вам доставили какие-то неудобства. Неудобства, мягко сказано. Прошу прощения. Из-за вашей прихоти мой корабль задержали в порту на 2 дня. Я потерял несколько контрактов. Я не знал. Еще бы. Все вы знать одинаковы. И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы что, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейс.
Несуйся. Сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, мил, заодно! Писаться за кого? Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Чего? Я тебя не боюсь. Нет? И очень зря. Сдаетесь? Нет! Как тебе такой расклад? Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенвей. Эти глупцы... Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому. Так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять... Я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Activated. Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело.
мечи урезал. Но припасов... Ты часом не передумал, а? Я знаю, что ты прав. Что там? У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Скользкий какой-то малый и шляп. Тихо, вон он идет. Сделай вид, что работаешь. Доктор, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может, кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажиры. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. Вы Джеймс? Ага. Хейтон Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Припасов мало, нечего половать. У самого-то ягнятина да вино. Пока у нас ты да солонина. Забавно. Забавно. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом.
Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс. Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте! Activated. Эй, береги головы! Activated. Activated. Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Activated. Пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, чего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Thank you.
американцы! Нам нужна скорость! Отдать паруса! Хэндем, вы на форт-мачту! Джеймс, на грот-мачту! Живо! Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь.